Трудно мне было решиться на эту реконструкцию, однако расскажу все по порядку. И видео, скорее всего, разобью на несколько частей, чтобы не утомлять зрителя. 17 лет назад был вырыт третий на тот момент бассейн в моем хозяйстве. Пруд мы назвали лягушатник, с террасами для выставки водных растений в корзинах. Почему лягушатник? Поскольку там летом размножались в огромных количествах лягушки. Купались дети и нерестилась рыба, которую я отсаживал после зимовки в других прудах или в аквариумах. Золотая рыбка, ситцевис шибункин, волеохвосты, кометы и их многочисленные гибриды с озерным карасем. На зиму этот пруд скачивался, вычищался, мылся, вновь заливался чистой водой и оставлялся на зиму подо льдом. Никакой ее циркуляции не было, так что не за кого было волноваться, переживать. Иногда он служил небольшим катком для детей. Итак, вырыли мы вдвоем с помощником котлован, купили бутил-каучуковую пленку, сплошным полотном склеенную из трех полос, ширину их не помню. Про геополотно мы тогда и не слыхивали. Мы знали, что подложка под пленкой должна быть в качестве защиты от корней. Использовали все, что было под рукой. Старый линолеум, ковролин, полиэтиленовую пленку. Закрепляли к земле скобами из электродов и кирпичами. Про строительные грибки тогда тоже никто толком не знал. По-моему, не пользовались тогда. А вот когда заливали водой, по мере подъема уровня, в спешке эти кирпичи выизвлекали. Тем не менее, случилось так, что один кирпич, даже метла, остались на 17 лет под пленкой. Растянули полотно, уложили с минимальным количеством складок. И заливали водой, начиная с самой глубокой части, где был приямок для скачивания и сбора ила, мусора осенью. Ой, а ржавая. А ничего страшного, она проточная будет. Куда она попала? 19 апреля, запуск нового бассейна. Вот она сейчас... Да хватит! Вот сохранились фотографии внешнего вида бассейна после завершения всех работ. Справа от него был тоже своеобразный бассейн такой на подъеме с иллюминаторами, с окошками из стекла. В нем размножался планктон и переливался через вот этот перелив в бассейн для подкармливания нелестящейся рыбы и их мальков.